провести бросок по воротам. Теряет равновесие Александр Никулин. Рудольф Червены работает около борта. Макеев шайбу удерживает, закрывает корпусом. Никулин, вновь Макеев. Передача на пятак. Рендулич бросает и забивает. 2-1. Витязь сокращает отставание в счете. Ну, по игре. По игре. Слован слишком сильно, на мой взгляд, думал о защите своих ворот в третьем периоде. И в итоге Борна Рендулич, пусть и не с первой попытки, но пробивает Якуба Штепаника.